Доброго времени, друзья. Это «Вечер на Спасе». Главное на сегодня. И всегда мы провожаем уходящий день вместе с вами. Смотрите сегодня в выпуске. Зосима. Завещание донецкого старца. Премьера фильма на телеканале «Спас». О пророке непокоренного Донбасса, в словах, судьбе и пророчествах которого содержатся ответы на главные вопросы про войну и грядущий после нее мир. Поговорим об этом с нашими гостями в студии. Владимир Путин встретился с бойцами, удостоенными госнаград за боевой подвиг в ходе СВО. 1 октября в России начнется осенний призыв. Госдума приняла законопроект об учете духовных ценностей в политике образования. Расскажем о главных событиях этого дня. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира». Разберемся в образах и смыслах евангельского чтения с отцом Андреем Павленко. Крымский полуостров – важнейший стратегический регион России. О защитниках южных рубежей нашей страны расскажет Александр Егорцев. «Вера и магия» – новый выпуск рубрики «Иерея» Валерия Духанина, в которой он разоблачает магов, шарлатанов и чародеев. «Церковь помогает» – очередной выпуск нашей специальной рубрики о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. В субботу на нашем телеканале премьера документального фильма «Зосима. Завещание донецкого старца». Еще в 90-е он предсказал возрождение украинского фашизма, предвидел церковный раскол и предрек войну на Украине. Авторы фильма побывали в родной для старца обители и собрали свидетельства его духовных чад со всей России. «Да будет воля твоя, яко на небесе и на земле». Он рассказывал про украинский национализм, он рассказывал про церковные расколы. Темно, но мы с Богом. Мы находимся на позициях нашего батальона. Наверное, война это. И есть уже начало суда. Страшная война. Господь вас не оставит и по моей кончине, и всегда прибудет с нами. Чуть-чуть от монастыря отойдет война, и тогда все вернемся. Вы думаете? С таким сокрушением об этом говорил, что большинство епископов вот этой украинской церкви идут в раскол, что это будет раскол русской церкви. Только Москвы и только русской церкви держитесь. «Зосима. Завещание донецкого старца». Премьера на «Спасе» 30 сентября. О судьбе, пророчествах и личности старца Зосимы, а также об уникальных съемках фильма, посвященного святому наших дней, мы поговорим с гостями в нашей студии. Ольга, ну и первое слово, конечно, автору. Вы неоднократно бывали в зоне СВО на Донбассе, но вот чем эта поездка и знакомство со старцем через тех людей, которые лично также его знали, оказалось для вас новой и, может быть, что-то открыло вообще об этом противостоянии? Даже само вообще название, ну, как бы само начало вообще очень странное для меня, потому что ты военкор, который прошел все горячие точки, теракты и все такое, и вдруг ты попадаешь в совсем незнакомую для себя среду, ты попадаешь в какое-то другое измерение. Для меня Донбасс открылся с другой стороны, потому что если я на Донбассе, это окопы, это выстрелы, стрельба, это обстрелы, пожары, все горит и все такое. А тут ты попадаешь вроде Донбасс, но обстановка совсем другая. Тебя окружают такие духовные такие люди, колокольные звоны. И вот мы вот эту неделю провели всю в какой-то, знаете, какой-то благодати. Потому что мы жили с монахинями в Андреевке. Это было нечто вроде Донбасс. Ты просыпаешься утром, петухи там, деревня, тишина. Никаких обстрелов, никаких прилетов, ничего. Звонят колокола, молитва. Ну, я пыталась вот это все совместить, несовместимое для себя. Мне всегда казалось, что вот ты, когда работаешь в горячих точках, да, что война это одно, религия это другое, вера это, ну, как бы вот так, все вот так. Ну, чеченской компании, ну, везде, где это все было. Южная Осетия. А здесь, вот в каком-то одном измерении, вот эти два понятия, они вот прям при мне вот так вот просто соединились.
А как-то, ну, не знаю, входит в тебя это. Я, у меня внутри переформатировалось все. Я вчера на «Звезде» сказала, что теперь у меня крест. Раньше до было этой все, поездки вы не носили. Да, да, у меня во всех горячих точках у меня был просто ангел-хранитель в сумке, которую мне мама подарила, и все. А теперь так, да, было все что угодно, только не крест. И ты же, вот понимаете, когда ты живешь в Советском Союзе, да, вот что у нас там было с религией? Атеизм, агностика, все такое. И ты понимаешь только квантовую физику, да, и ты общаешься с этими людьми. И с первых уст, мне это вообще нужно было, честно говоря, вот это все я искала. То есть какая-то личная трансформация еще, да, в процессе съемок фильма произошла. Естественно, ты укрепляешься в вере. И когда из уст уже людей напрямую, я вот это, ну, мне это все рассказываю, ну, конечно, ты этому веришь, потому что ты слышишь и чувствуешь все от них. И про клиническую смерть батюшки Зосимы, и то, что он видел, когда вот это все случилось. Вот клиническая смерть была у нашего бойца карата. И для тебя открывается это что-то такое, знаете, ну, совсем другое измерение. Ты понимаешь, видишь и веришь в то, что вот это все это правда, все это есть, все это существует. Это просто, я до сих пор должна это все. Это чувствуется, понять, потом, как вы рассказываете об этом очень живо. Мы очень сегодня будем смотреть фрагменты из вашего фильма. Предлагаю начать первый из них о том, как сегодня монастырь живет в условиях войны, рассказал один из героев фильма. Мы прямо на линии соприкосновения находимся, поэтому нам здесь иногда достается. Ну, из-за обстрелов тут у нас громко. Служим. Ну, а что? Все на волю Божью. Господи, если угодно тебе, ну что, ну погибнем. Ну, вот сюда прямое попадание, и вот видите, что... Это было днем. Мы служили вечернюю службу. Вот я пришел и был в доме. И в это время получился прилет. Вот. Такой мощный, что, вот видите, нам посекло и дом, и крыша вся была. Мы перекрывали крышу. От этого же прилета осколки. Отец Андрей, ну не случайно же попадают снаряды в храмы? Конечно, видим, не случайно. Видим, что целенаправленно и монастыри, и храмы разбиваются в первую очередь. Почему вот на этой войне, вот как Ольга упомянула, что были разные кампании, чеченская, и та, и это. И вот здесь ощущается на духовной составляющей противостояние. А я вот сегодня говорил, мы встречались, то, что храм на Донбассе, это получилась точка объединения всего. Это и нашей и духовной силы, и материальной силы, и политической. То есть все вокруг храма. И на Донбассе это очень видно и чувствуется. То есть все вокруг обители, все вокруг храма. И это же, как я говорил, это та точка, которая нас соединяет непосредственно с Россией, с нашей русской историей, с нашим православием. И поэтому, конечно, они целенаправленно бьют. Они всяческие меры применяли за все годы. И языковый период, и исторический, что-то там перековеркать. И какая-то агитация их не была. Образовательная, да, все. Они не понимали, ну почему Донбасс держится церковь. Церковь, храмы. И теперь они поняли, значит, надо уничтожать храмы вместе с их пастырями, всеми, чтобы не было этой точки, которая призывает на свободу, за истину. Ведь Христос – это истина, и церковь – это истина. За истину, за наш русский мир, за наше русское православие. Поэтому это все целенаправленно. И я думаю, это и будет дальше продолжаться. Так умело сворачивают все на русскую сторону, что, естественно, мол, конечно. Как-то мы сами их взрываем. Да, 10-й год мы сами себя обстреливаем, притом обстреливают кассетными боеприпасами, которых у нашей армии вообще не существует. Американское вооружение, мы все знаем. И мы каждый день видим. И это мы сами себя обстреливаем. Это же опять-таки такой сатанизм определенный. Это ж ложь. Дьявол – это отец лжи. То есть они заставляют нас, сами ложь придумывают, и себя в нее заставляют верить, и нас, чтобы мы хотели в нее поверить. Хотя мы, наверное, на втором плане, больше всего они сами себя хотят в эту ложь поверить. Поэтому это не просто так, это целенаправленно. Даже я свой храм помню, когда целенаправленно, сразу же в первый день был прилет градов в мой двор. Другие храмы, вот еще армия наша еще стояла неизвестно, ну, много километров от Северодонецка. С 28 февраля обстреливали они, вот даже видео, кстати, которое потом в моем деле они появились, как раз мы сняли, они закопались во дворе кафедрального собора нашего Северодонецкого, огненные точки организовали, и по нему сами из минометов стреляли, хотя армия еще находится, бог еще с дверей, то есть еще
Никак. То есть вот это ихняя сущность была. Смотри, давайте посмотрим еще один отрывок из фильма о насельниках монастыря. Чуть правее, ну, километра на три, наверное, больше, Авдеевка известна всем. Вот у нас здесь самый, как бы, передний край. Ну, сюда был прилет прямой. Вот этого ничего не было, это мы заново опять выложили. Ну вот, знаете, артиллерия – точная наука. Сказать, что эти обстрелы были хаотичными, я в это не верю. Стреляют по храмам, целенаправленно. Я когда-то видел в интернете издалека купол и крест своего храма с украинской позиции снятый, флаг украинский, и где-то далеко купол нашего храма. Он пишет: «Ждите, скоро придем, и на куполе флаг украинский вам поставим». Франсуа, вы много времени провели на Донбассе. Вот каково вам было видеть все это? Обстрелы гражданской инфраструктуры, церквей, убийства священников, монахов? Знаете, несмотря на всю эту трагедию, я чувствовал на Донбассе возвышение духовных сил. То есть даже когда происходит апокалипсис, мы видим много чего и понимаем, что Бог есть, что Он с нами, что Он на нас смотрит. И ощущение, что Он нас оберегает, что Он нас, да, Он нам даст силы для того, чтобы победить, это самое главное. То есть мы знаем, что жизнь – это очень короткий путь, что жизнь – это что-то очень тонкое. Но когда вы понимаете, что есть служба, есть служба военная, есть богослужение, есть служба МУС, мы понимаем, что у нас есть задача и что надо обязательно ее выполнить. Угу. И благодаря этого я понял, что на Донбассе я нашел свой путь, духовный путь. То, что я чувствовал в Донецке в плане духовности, этого никогда я не чувствовал во Франции, на Западе. Там это очень, знаете, несерьезные отношения. Вот, и там все то, что происходит в плане духовности, не просто в храме, но на каждой улице, на каждом сантиметре земли Донбасса, это сплошное духовность и возвышение наших сил. Я думаю, то, что помогает выживать людям, живущим в тех местах, это именно духовная составляющая, с которой они просыпаются и засыпают. Ольга, когда снимали свой фильм, прихожане приходили в храмы, монастыри, были с ними диалоги? Да, чем конечно. Они живут? Знаете, поразило то, что вот отец Александр рассказывал, да, там вот мы, когда приехали в этот храм, нам сказали, что вы должны приехать в бронежилетах, в амуницах, во всем, во всем, во всем. Мы такие вооруженные, защитой приехали. И вот батюшка Александр вышел вот в рясе, с крестом, и все, и больше ничего. А мы так думаем, ну как же так, а мы вот так, да? Они на самом деле такие герои. И там вот ведь ни одного целого здания вокруг храма нет. Это же возле аэропорта Донецкого. Мы там ехали, подъезжали к храму, ну все дома разрушены. И люди откуда-то приходят в воскресенье, откуда-то из каких-то там, я не знаю, из каких улиц они сходятся в этот храм. А ведь туда попасть тоже можно, под обстрел попасть, пока ты до него дойдешь. И эти люди, они, вот у батюшка Александра считает их героями, да? Вот, я считаю, что герой он в первую очередь. Потому что эти священники, всех, кого мы снимали, они на самом деле стоят на передней линии обороны. Вы посмотрите, что случилось с Никольским монастырем, да? Во что он сейчас превратился? И там живет 59 человек. Они ведь не ушли оттуда. Они держат оборону свою, святую, да? А это вот прям какая-то, не знаю, вот когда-нибудь об этом скажут, наверное, что это вот как Брестская крепость, да, что они вот прям практически все святые. Они, я считаю, что это подвиг, потому что они оттуда не ушли. Они не оставили свой монастырь. Ну вот я не понимаю, мне непонятно, почему они не ушли. Вот они не ушли, и они не уходят. Они вообще все, кто приезжает на Донбасс, они, и мы все, всех считаю такими людьми, mm-hmm. потому что мы приезжаем, мы себя просто в руки Бога вручаем, потому что мы понимаем, что мы ничего не сделаем, мы ничего не изменим, мы, в принципе, едем каждый раз туда и можем не вернуться. И всегда ты думаешь, наверное, Бог-то тебя спасает ради чего-то, ну, может, ради этого фильма, например, да, сколько уже было в моей жизни всего. Может, для того, чтобы вот этот фильм сделать. Ну, давайте посмотрим еще один фрагмент, Ольга, все вместе.
знаете, бывают такие богослужения на литургии, когда прихожане почти ложатся. Знаете, вот сейчас у нас на литургии было 55 человек. Это очень много, я считаю, слава Богу. Это не просто прихожане, это герои. Вот я им часто говорю, что была, если бы у меня была такая воля, да, вот, я бы всем им дал по ордену мужества, как, ну, это как самое мало. А вам? Мне, да, мне достаточно, знаете, их любви, их вот такой верности, преданности, потому что я у них многому учусь. Иногда бывают такие моменты, знаете, когда уже, ну, очень тяжело, когда устаешь, когда уже правда, ну, вот кажется, что это никогда не закончится. И каждый раз едешь, когда в храм, каждый раз, ну, знаете, бес не дремлет же, а вдруг вот сейчас где-то прилетит, начнет стрелять. Ну вот, и ты погибнешь там, и кто будет твою семью кормить, там, твою внучку растить. А я потом на них посмотрю, и, знаете, вот это малодушие, оно как рукой снимает. И прямо сейчас на связь с нами выходит настоятель храма святых Богоотец Иоаким и Анны, протоиерей Александр Авдюгин. Отец Александр, мы вас приветствуем в нашем эфире. Слышите ли вы нас? Добрый вечер. Добрый вечер, слышу. Спасибо. Отец Александр, ну вот все, кто приезжает на Донбасс, говорят о том, что там создается какое-то совершенно особенное духовное измерение. Вот мы сейчас вспоминали насельников монастыря, которые, несмотря на опасность, грозящую их жизни, не уезжают. Вот как вы это объясняете, этот феномен духовный Донбасса и тех людей, которые там живут? Вы знаете, я, наверное, для себя еще до сегодняшнего дня какой-то одним тезисным таким объяснением не могу это сделать. Я просто поражаюсь тому, что человеческая личность, особенно если он связан напрямую с православием, она способна на подвиг, который даже от нее не ожидаешь. Я сегодня служил в храме Призвенное смирение, сегодня как раз день этой иконы, и там служит отец Василий. Когда в 14-15 так от души к нам прилетало, люди вокруг погибали, все, он не отменил ни одной службы. Хотя молодой человек еще, для меня молод. Он мне сыновья годится. Вот, и большинство так поступало. И основа, вы знаете, ну, это, наверное, громко звучит, потому что понимает, что правда-то за нами. Вот что все дело. И это действительно так. Не надо бояться этого громкого слова. Здесь она находится, и вот это даже явление великое, это чудо, что мы имели такого и имеем сегодня, я уверен в этом, такого небесного заступника, как отец Зосима Сокур. Это тоже промыслительно. Мне Господь даровал возможность его знать лично. Первая моя встреча с ним была 16 ноября, в день моего рукоположения 1990 года. А в этот же день праздновал свой день ангела наш правящий архиерей, тогдашний Еникий Кобзев. Епархия была одна, Луганская и Донецкая, так и называлась. Вот, и вот плоды, и вот на обеде, на службе присутствовал Зосима. Ну, тогда я просто слушал его, удивлялся его категоричности, его такой, мне даже казалось, что это безапелляционные такие заявления. Он даже можно сказать, что какой-то не должен быть такой священник, вот так резок. Затем еще две встречи, которые во многом изменили мое к нему отношение. Особенно, когда я с прихожанами приезжал в сам монастырь, затем сам там был. И когда он меня спросил, откуда я тебя знаю, я ему представился, он говорит, да-да-да, я помню. А я в те времена сотрудничал уже, начал писать и сотрудничал с православием в Украине. Был такой сайт, там были литературные мои, эти были литературные, просто репортажи. Помню, он так... В общем, очень неприветливо это сообщение встретил. Сказал, тогда еще говорил, не то, что на Москву надо держаться, а помни, что ты русский. И самое интересное, то, что я не знаю, наверное, он сказал, когда я поеду в Москву, я обязательно его там найду.
Я вообще этого ничего не поверил, он умер. Я поехал в Москву к своему другу, куда я сейчас езжу, другу, молитвенному другу, моему, в принципе, учителю, архимандриту Мелхиседеву, к нему на подворье в Оптиной пустыне в Ясень. Я приехал туда, и меня встретили его помощники. И тот, и другой были близкими чадами духовными Зосимы. Представляете? И он тогда еще сказал, это было середина 90-х годов, что это так будет. Вот. Ну а насчет того его... Вы знаете, когда действительно бесы сначала появляются у людей, которые сейчас атакуют церковь или предали те священнослужители дальше бывших, которые ушли там, возможные там эти конфессии. Когда я только скажешь Зосима, Сокур, этот человек, они в лице меняются. У них сначала на Лаврентия Черниговского такое было нападение. Все, у него неправильно говорил. А Зосима, он своей категоричностью, в принципе, это нонсенс. Категоричность, зовущая к любви. От такого я ни у кого за всю свою уже 70 лет, но и такого еще я такого не видел. И в принципе, все то, что он говорил, да не то главное, что оно сбывается. А главное то, что оно призывает поступать верно. И тогда ты не уйдешь из парадигмы любви Христовой. Если ты поступаешь по-другому, не прислушивался к его советам, пеняй на себя сложно будет. Где-то так. Отец Александр, мы вас сердечно благодарим, что нашли время присоединиться к нашему прямому эфиру. Протоиерей Александр Авдюгин был с нами на связи. Друзья, сейчас мы должны сделать небольшую паузу, а затем мы продолжим наш разговор и расскажем о пророчествах старца Зосимы. Оставайтесь с нами, пожалуйста, не переключайтесь. Вообще торжественная книга. Это такая оратория. То есть там много оркестровых тем, как бы, и там очень много голосов и очень много инструментов. Вот, и там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как не человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение, всегда кто-нибудь фальшиво испортил свою партию, и нужно переигрывать все заново. Поэтому если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться вот прям как по нотам, как бы, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как бы сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть, там про антихриста, да, страшного суда там нет, там есть суд. Вот, но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, это книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке, и много великого. Как, о том, какой он может быть небожитель, живущий на небе, и какой может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, и все-таки упорно не хотящий покориться сидящему на престоле. То есть это откровение в том числе о человечестве и о человеке. Апокалипсис. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное» – события недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш мичман, незабвенный криворучка,
Уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон» по воскресеньям. Мы, Михаил и Екатерина Башкатовы. Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво. Это фантастика. Божественно. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачаево-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города. А северная стена вот от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Вообще невозможно оторваться. Вперед к святыням России. Святыни России с Михаилом и Екатериной Башкатовыми. Священники-добровольцы отправляются на разные участки фронта, чтобы поддержать военнослужащих. Приходилось молиться во время боя? Да. Я туда молился, потому что... Ну, довольно-таки жутковато. Считай, что это твое второе рождение. Это «Вечер на Спасе». Мы продолжаем. И сегодня говорим о фильме про донбасского старца Зосиму и о пророчествах, которые сбываются на наших глазах. Люди, знавшие старца Зосиму, рассказывают, что все его пророчества со временем сбывались. Он всегда, все его проповеди, всегда говорил: строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха. А еще у нас было такое чудо. Батюшка ж завещание написал, чтобы Успенский собор в монастыре, он построен по подобию Успенского собора Московского Кремля. Точная копия его архитектура, только в уменьшенном размере. И вот батюшка говорил: завещаю этот собор освятить Святейшему Патриарху. Мы такие: ого, батюшка, ничего себе. Еще думали, как так может быть, батюшка тут как бы диктует, советует, кто должен освящать. И когда в 2009 году к нам приехал Патриарх Кирилл, как бы это было для нас чудо, что вот... И первые слова, которые мы сказали: сегодня исполнено с батюшкой на завещание, в нашу далекую глубокую деревню, в наш собор приехал Святейший Патриарх, и Патриарх Кирилл освятил наш Успенский собор. Ольга, а до съемок фильма вы много знали о старце и о его пророчествах, прежде чем встретились с своими героями? До начала специальной военной операции вообще не знала. Не знала. Я как продюсер сначала, наши съемочные группы ездили, я продюсировала, я искала истории. И для меня, как бывшего новостника, было прям вот очень важно. Я видела информацию о том, что вот в Никольском монастыре держат оборону, как заложники, значит, люди, сколько их человек неизвестно, монастырь обстреливаются, и там беженцы. И мне хотелось попасть в этот монастырь. И безумная была мысль и прям пожить с ними, прям вообще вот все с ними, провести все это время, тоже быть в этих заложниках и снять про это кино, про их подвиг. И, ну, меня как бы с небес на землю опустили в первую командировку, вторую, третью, когда мы уже приехали, нам говорили: военные, ребята, ну, вы туда не попадете. Вы понимаете, что там дорога, она простреливается, туда не попасть, туда либо ночью, ну, либо вот таким риском для жизни. И никто не брал на себя ответственность, никто из военных. Первая командировка прошла, вторая, третья, и никак, никак, никак. И потом вдруг случилось чудо, наш общий знакомый военный, да, снарядили два автомобиля. Даже нашу машину не брали. И мы поехали. Мы поехали, и тогда мы там снимали «Иностранцев Донбасса». И я тогда тоже не знала, кто такой. Я знала, что есть Никольский монастырь, и там людям нужна помощь. Мы набрали кучу, много гуманитарки, ящики, коробки. И взяли нашего героя, нашего фильма. Это серб из Америки. И он тоже хотел посмотреть, он православный. И мы как раз, вот у нас вообще идеально получилось. И герой, и фильм, и монастырь. И вот мы приехали в этот монастырь, раздали все. И там нам, и там только, когда мы просто снимали, нам все показывали. И вдруг вот Марианна, да, монахиня, она повела нас, вот батюшки. Сначала она сказала, что вот это нижний храм, батюшка Зосима. Кто такой батюшка Зосима? Ну, хорошо, мы слушали. Вот он тогда сказал, что стройте внизу, в подвале, вы будете тут службу служить. Пожалуйста, постройте вот помимо верхнего храма низ. И вот сейчас мы здесь спасаемся, это как бомбоубежище. Вот батюшка Зосима тогда так сказал. Я вообще не знала, живой, неживой, где как бы батюшка Зосима. Потом она нас повела в часовню, да, где он там похоронен. Вот, батюшка Зосима, благословите, вот здесь вот, вот это все. И
вот эту информацию мы начали впитывать, мы с оператором потом пошли дальше. Она... И вот, кстати, вот эти все кадры нашего канала Rush Today и вошли из этого фильма в этот фильм, потому что сейчас опять та же история, сейчас опять туда не попасть, и даже сейчас еще, ну, там очень жарко. И это, да, очень тогда помогло, да, вот надо же как совпало, и сейчас вот эти кадры, да, вошли в фильм. Слушаю вас, и замирает сердце вот на некоторых моментах, когда... И все узнала, да, батюшка. Понимаю, что лучше бы, конечно, какие-то пророчества и не сбылись, потому что, к сожалению, они несут такой сейчас тяжелый для нас смысл, но переосмысление, в конце концов. А вот представьте, как сейчас тяжело бы ему было, да, я вот сейчас смотреть, вот, что происходит. Я понимаю, что он видит нас, что происходит сейчас с ним, он молится за нас и как-то... с неба, знаете, помогает всеми силами, как и когда был здесь тоже. Вот, Руслан, если говорить о смыслах людей, которые стали для нас святыми сейчас, и старцы, которые пророчествовали в то время, когда мы не думали, что будет так тяжело, можно ли говорить о том, что СВО обнажает многие духовные смыслы и приближает людей к Богу? Да, много из пророчеств старца Зосимы оказались тем, кто их тогда слышал, какими-то блаженствами, что ли. Но вот, когда он просил закопать себя поглубже, чтобы бандеровцы его не нашли. Вот, это начало 2000-х годов, где, ну, конечно, на Галичине тогда уже бандеровщина цвела полным цветом. Да, с 90-х цвела, я же помню. Хорошо. Да, но где-то Галичина, где-то Донбасс, и как бы еще оставалось даже два года до оранжевой революции. Все казалось невозможным. Но вот прошло 20 с лишним лет, и, к сожалению, его слова сбылись. Но действительно, может, если бы не специальная военная операция, или может, если бы она закончилась быстрым взятием Киева, быстрой капитуляцией этого режима, который грабит и насилует Украину, может, действительно, мы бы и не поняли, что мы, Россия, являем собой как общество, что мы, как русская церковь, являем собой как церковь. Да, вот, сколько людей, которые работают у нас, ну, фактически внутри государства, в оппозиции. Да, и, конечно же, что все эти события, которые начались в феврале 2022 года, оно все это скрыло. И не только в России, но и в украинской церкви. То есть это действительно такой... переломный момент, который многим открыл глаза на то, кто есть кто. Давайте посмотрим еще один фрагмент фильма. Те, кто был знаком со старцем, утверждают, по нему было видно, что он настоящий человек церкви. Когда за богослужением часто приходилось книжкой стоять, ну, когда он служил, и мы, многие алтарники, обращали внимание, вот когда он говорил возгласы, и у него как пар и шел такой, сорта, вот как вот зимой на морозе вот дышат, вот, знаете, изморозь. А это было лето, и все, ты видел? Мы, ну да, ну, как бы показывало, что человек, ну, непростой. Это был человек церкви. Можно долго вспоминать и говорить очень многие вещи интересные про старца, но у нас на связи есть Гаене Абрамян, которая лично знала его, у нее есть своя история. Добрый вечер, Гаене. Здравствуйте. Расскажите свою историю знакомства со старцем Зосимы. С батюшкой мы познакомились в 93-м году. Моя мама приехала к нему в обитель. Там была их первая встреча. И, в принципе, в эту первую встречу он ее и благословил на переезд в Россию. Очень для нее неожиданно был этот факт. Явился неожиданностью большой. Сказал так, что собирайся в Россию, чтобы были готовы все документы, чтобы раз собралась и уехала. И вот не прошло 4 лет, в 97-м году мы переехали в Россию и здесь уже обосновались. Наверное, вот сейчас ключевую мысль скажу. Вот эти 4 года, за 4 года знакомства и встречи с батюшкой было много разных моментов интересных. Но главный момент – это тот, что мы с батюшкой, что мы с мамой переехали в Россию, и благословив, батюшка нас избавил вот от этого ада, который сейчас есть в Авдеевке. Потому что жили мы как раз в Авдеевке. Вот. Ну тогда, естественно, наверное, вы не понимали, да, того, что он вам говорил, для чего это все осознается только спустя время.
Да, безусловно. Он говорил о том, что будет война. Он говорил о том, что будет гонение на церковь. Но тогда это все звучало, ну как-то и неожиданно, и неправдоподобно, можно так сказать. Потому что храмы были открыты, и строились новые храмы. И о войне никакой речи быть не могло с Россией. Но и тем не менее батюшка говорил. Что именно подвигло вас переехать, кроме заверений старца? Ну, там были еще такие моменты, что на Украине было все тяжелее с работой у моего папы. И тут же было благословение старца о том, что нужно переезжать. Ну и моя мама такой достаточно послушный человек. Она доверяла Зосиме. И для нее его слова о том, что будет гонение на церковь и негде будет причаститься, имели очень большой вес. То есть, безусловно, был ряд факторов, которые способствовали нашему переезду. Но ключевое – это благословение Зосимы, безусловно. Гайнай, большое спасибо за вашу историю, за то, что присоединились к нашему разговору сегодня. Тамара, ну вот видите, все говорят о том, что звучали пророчества, но в это было просто невозможно поверить. Сейчас мы с этим столкнулись, пророчества сбываются. Как вы воспринимаете все то, что происходит? Спрашиваю вас, как маму, чьи сыновья воюют и чей супруг тоже там. Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще все, что происходит с нами в жизни, все промыслительно. И тем более такая серьезная трагедия, как война, это естественно. Во-первых, это все зрело в обществе, это все случилось не на ровном месте. Вот, этому были, конечно же, масса всяких предпосылок. Вот. И единственное, что я хочу сказать, конечно, люди совершенно там другие. Как любой человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, он молится по-другому. Да? Наша молитва вот здесь, в мирной жизни, в спокойной, она, естественно, совершенно другая, чем у людей, живущих там. Знаете, меня совершенно потряс рассказ девочки в Мариуполе, как она рассказывала, как они с мамой добирались до храма под обстрелами. Вот надо было пройти большое расстояние, доехать было не на чем. И они каждый раз вот, то есть стреляли кругом, и они вот так вот падали, ложились и читали про себя молитвы Богородицы. Падали опять, опять вставали, опять шли. Вот эта дорога их в храм, понимаете? И так каждый раз. И для нас было самое ценное добежать до этого храма, добежать до службы. Они так шли, зная, что их просто могут убить по этой дороге, но они шли. Понимаете, это такая мощная вера, это такая сила духа. Девочке 14 лет. Понимаете, это вообще это совершенно взрослый, зрелый человек, умудрен уже таким жизненным опытом колоссальным. И люди, конечно, там отличаются от нас. Я помню, меня совершенно потрясла моя первая поездка вот в Луганск. Я поняла, что вот вы знаете, это как будто на машине времени. Вот, ну, какое-то кино. То есть вот ты переезжаешь границу, оказываешься, и ты понимаешь, что это совершенно другая реальность. На много-много лет назад, ну, лет, наверное, на 20, на 30 назад. Совершенно другие машины, другие люди, другие лица. Меня потрясли совершенно, знаете, что больше всего? Лица. Лица женщин. Вот мы приехали, мы должны были встретиться в Луганске. Сыночек мой должен был приехать к нам. Мы везли гуманитарку для бойцов. И вот я смотрю, и мы вышли из машины, шли по улице. И люди смотрели на нас очень внимательно, потому что мы были другие. Понимаете? Я поняла, что они поняли, что мы с какого-то другого далека. Все смотрели на нас так внимательно. А я смотрела на них, эти уставшие женщины, понимаете, с уставшими лицами. Мужчины, ну, в основном все в военной форме. И совершенно это другая атмосфера. Я понимала, что я нахожусь где-то, что я вообще не смею здесь стоять. Мне вообще стыдно перед всеми. Ну, вот такое было моя неловкость внутренняя. И понимаете, только и люди внимательно на нас смотрели. Только когда сынок мой ко мне с автоматом подбежал, они так как-то расслабились. Ну ладно, как свои. Понимаешь, что люди там спасаются именно силой молитвы. Когда вы рассказываете, что мама с девочкой бежит в храм и падает под пулями, молится. Отец Андрей, кстати, тоже вы же пережили на своей, скажем, шкуре вот эти все тяготы и пытки, и допросы. И что вас спасало? Только молитва? Только молитва. Вот расскажите о том, как молитва именно во время войны преобразуется в что-то такое невероятное, сильное. Ну, вот сильное. Даже отец Зосима, он правильно говорил всегда, что нет ничего превыше молитвы. Вот мы когда-то молодыми священниками, мы не до конца понимали. Он говорит, что нет, вот это вы запомните навсегда.
То есть молитва – это же обращение к Богу. Вот можно по-всякому, вот сейчас вот как вот все как либеральные круги, вот там, вот надо в душе верить, про себя молиться. Но молитва – это же воздыхание к Богу. Это наше обращение, это словословие к Богу. И поэтому, действительно, это самое главное. Мы от сердца, от ума воздыхаем к Нему. И не просто мы говорим, ведь это тоже ведь грехом является, когда мы просто так вот, вот какие-то, вот, знаете, сейчас свои молитвы какие-то придумывают. Особенно сейчас в интернете много вообще. Ну, да, своими словами поговорю. Да, какими там своими словами поговорю. Вот. А именно, когда мы говорим именно вот такой канонической молитвой от всего сердца, и мы знаем ради чего, чтобы Господь нас помиловал, простил, избавил нас от всякого зла, обстояния, милостью своей. Ведь самое главное, чтобы Он на нас милость излил. Вот мы всегда сейчас, вот как раз неделя Воздвиженская, вот храм поднимали крест в Иерусалиме, говорили: «Господи, помилуй», мы знаем. В переводе по-гречески как? «Кириелейсон». То есть, если дословно переводить, у нас в нашем русском понимании «Господи, помилуй» – это как «прости», то есть «помилуй», «прости», «помилуй». А «кириелейсон» – «излей милость на нас». «Лейсон», «елей», «излей милость». То есть молитвой мы к Богу призываем, чтобы Он на нас милость свою изливал. Ведь самое главное, чем живет вообще человек в мире? Милостью Божией. И поэтому молитва очень важна, обращение к ней. Без молитвы мы ничего не будем. Мы просто даже не представим, как может пойти наша, будем говорить, личная у каждого история, непонятно в каком русле. А когда мы молимся, мы даже изменяем, может, тот приговор, который Господь нам уже, ведь воля Божья меняется. Опять-таки, это лжеучение, когда вот говорят, там, знаете, учение о карме, вот там предназначено, это лжеучение. Воля Божья меняется ежесекундно, может, ежечасно, и это все зависит от нашей молитвы. Как мы с Ним в молитвослове обратимся, как мы попросим, наше сердце во время молитвы, наш разум. Вот это самое главное. И это не пустые слова, это истина. Особенно на войне. Давайте посмотрим еще один фрагмент фильма. Старец был добрым и милостивым при жизни, и даже после своей кончины всех простил. Перед самой смертью мы с батюшкой, ну не то что разругались, а как-то вот получились у нас такие вот непонятки, скажем. И я стою, плачу, а мне успокаивают священники и говорят: ну что ты, ну успокойся, ну как-то возьми себя в руки. А я говорю: да вот вся беда в том, что мы разругались вроде как с ним. Успокойся. Он, говорит, со всеми разругался. А что такое, как? Дело в том, что он умирает, ему плохо. И он просит, он желает уже умереть. А весь народ молится за него. Молится, и он находится между народом и между Богом. Ему было тяжело. И вот он стал вроде бы как со всеми вот так вот, ну не то что ругаться, но как-то вот так получилось со мной. И когда уже читали в конце батюшкино завещание, он его написал заранее, но заклеен конверт и просил, что вот только когда во время отпевания прочитать его. И когда читалось, значит, его завещание, там были такие слова: «Из гроба подаю всем прощение». И вот тогда только я вздохнул и понял, что я прощу. Франца, как вам вот впечатления такие от людей, которые лично его знали? Знаете, я сейчас скучаю по Донбассу, я скучаю по этим людям, я скучаю по духовным силам Донбасса, я сейчас ощущаю, что для нас Донбасс должен быть как паломничество, чтобы понять, что такое православная вера. Для меня это очень мощная сила, и даже здесь нам трудно понять, что там происходит внутри человека. А вот мы видим сейчас, что каждый человек, кто туда собрался, хоть на день, хоть на полдень, он уже понимает, что Донбасс – это как-нибудь духовное сердце сейчас России. Однозначно, да. Я думаю, что в этом фильме каждый кадр пропитан такой благодатью. Я вот смотрю, у меня сердце замирает. Я не знаю, как можно весь фильм смотреть, наверное, все-таки забуду дышать. Оль, вот я думаю, что не все попало, потому что хронометраж, все остальное. Вы наснимали много материала. Какие ценные кадры хотели бы еще добавить в третий фильм? Третий? Ой, третий фильм я бы хотела, знаете, что снять? Возвращение в монастырь в Никольский. Его восстановление, возвращение. Я даже монахиням тогда сказала. А вот даже вы показывали эти кадры, когда бабушки там спрашивают, да, из... там, которых эвакуировали, как-то у них называется, богадельня.
Они все хотят туда, их всех тянет туда, и им говорят, ну мы вернемся, вернемся. А я говорю, а мы снимем об этом фильм, о вашем возвращении туда, в монастырь. Прям мечтаю об этом. Что вот это будет третий фильм. Что поразило больше всего на съемках вас? Знаете, способности. Я все время пыталась понять, ну вот в человеческом таком варианте. Вот человек, да, он же как, ну, человек, обычный человек, батюшка Зосима. Откуда? Почему он знал это все? Откуда? И матушка Зосима, которая у нас там почти главный герой, она рассказала одну историю, когда она застала такой момент, батюшка Зосима сидит четки у него в руках, и он как будто не с нами. Вообще вот взгляд вот где-то в другом вообще месте, в другом измерении. И вот он сидит как будто в трансе. И, видимо, получает. И он говорит, ничего не вижу в Киеве хорошего. Ничего. И вот он тогда скорбел уже о Киеве. Что огненное колесо покатится из Киева и дойдет до Москвы. И вот тогда вот он был просто вот в тяжелом состоянии, моральном таким. Вот это как он туда заглянул? Ну как? Вот как это... И, да, веришь. И вот про вот этот пар, да, вот я говорила тоже об этом, но это же не просто так, да, вот это с дыханием в жару. Ну что-то в этом, я не знаю, ну, чудо, кто ответит на этот вопрос, что это такое было, почему ему доступ в какие, куда-то был открыт, в отличие от нас всех. Ну, нам-то далеко. Ольга, ну, ведь фильм состоялся во многом благодаря Борису Корчевникову. Я знаю, что идея пришла к вам именно через него. Он вам предложил заняться этой темой. Поэтому в завершение нашего эфира предлагаю послушать слова генерального директора нашего телеканала Бориса Корчевникова. Еще в 90-е годы он предсказывал, вот точные слова, на Украину надвигается черная туча, бандеровская ига, похлеще татаро-монгольского, сатанинская ненависть ко всему русскому, ко всему светлому и святому. Это сказал старец Зосима Сокуров. В 90-е годы, живя, молясь, проповедуя на Донбассе, он говорил вот уже о том, что ждет эту многострадальную землю. Мы сделали фильм о батюшке, потому что в его фигуре, в его словах, в его пророчествах, во всей его жизни на самом деле ответы на все вопросы про нынешнюю войну, про ее причины, духовные, подлинные причины на самом деле, про ее следствия и про то, как победить. Как в этой войне победить? Будет ли победа? И какой она будет? Еще забегая вперед, прочитаю, как завершал старец Зосим эти свои слова. Знаете, украинский народ победит эту бандеровщину жуткую и кровавую. И наступит еще светлое время единства Украины и России. Ибо это единый народ, единая Русь святая. Как это произойдет? Что нужно от нас, чтобы эта победа случилась? Что еще говорил? О чем еще пророчествовал старец Зосима? Посмотрите, фильм «Спаса», сделанный талантливым документалистом Russia Today Ольгой Кирей. Фильм первое, такое масштабное, такое большое свидетельство практически с первых уст от людей, которые знали старца, подходили под его благословение, общались с ним, от его духовных чад, от монахинь Никольского монастыря, построенного старцем под Угледаром, от его духовных чад, которых сегодня знает, из-за которых молится вся страна, такие как Александр Ходаковский, основатель Востока, крупнейший военачальник этой войны. Послушаем, что эти люди говорят об удивительном святом наших дней. И увидим, на самом деле, как бы его глазами и нынешнюю войну, и эту удивительную, намоленную, святую землю, и этих удивительных людей, людей Донбасса, в день возвращения домой новых регионов Российской Федерации 30 сентября, в день веры, надежды, любви. Посмотрите этот фильм. Зосима, завещание донецкого старца, первая серия большой диалогии об этом удивительном святом наших дней. Ну, нам остается включить телеканал «Спас» завтра в 18:20. Друзья, большое спасибо, что были с нами. Ольга, отдельная благодарность вам за такой труд. Две серии будет.
Завтра первый, друзья, не пропустите. 18-20, 30 сентября, телеканал «Спас» в день воссоединения новых территорий. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, затем перейдем к нашему новостному эфиру. Не переключайтесь. Вас приветствует семья Макарских. Это проект «Святыни России». И мы снова в пути. Под мостом пойдем. Смотри, Ванька, смотри. История христианства на донских просторах начинается еще с апостольских времен. Купелься Святой Воды находится прямо в центре города Миллион. Я нахожусь буквально в 30 километрах от Белого моря. Мы идем на Анзер. Там вообще нет местного населения, живет только братья нескольких скитов. Это самая большая икона Божьей Матери Всецарицы в мире. Все, дальше на машине ходу нет. И другого пути добраться в монастырь тоже нет. Ну вот он, Волжский Афон. Святыни России с Антоном и Викторией Макарскими. Христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол. Если ваша семья находится на грани развода, верить мужу у меня больше не получается. Если с детьми или родителями возникло непонимание, есть только две причины, по которым распадается семья. Это смерть одного из супругов и блуд. Если вы не знаете, как наладить отношения с близким человеком, где взять мудрость, где взять вот эту молитву о счастье, наши священники, психологи и юристы готовы помочь и поддержать. Совершенно точно надо расставлять приоритеты. Мы вместе постараемся найти выход из кризиса и сохранить вашу семью. Господь, видя вот эту честность, видя эту правду, Он обязательно поможет. Звоните нам. Плюс 7-985-063-94-94 или пишите на почту sos@spastv.ru. Тут человека надо спасать. Тут не просто разъяснять, тут надо вымаливать уже этого человека. Служба спасения семьи. Крещение. Крещение – это одно из семи таинств Церкви. Крещение – это священное действие, в котором верующего Христа через троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Святой Троицы омывается от первородного греха, а также от всех грехов, совершенных им до крещения, духовно умирает для жизни плотской, греховной, и, вновь рождаясь, облекается в благодать Божию для жизни святой по Евангелию. Апостол говорит: «Мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Без крещения нельзя вступить в Церковь Христову и стать причастником благодатной жизни. 15 веков назад святой Иоанн Лествичник написал инструкцию восхождения на небо. Протоиерей Игорь Фомин и Борис Корчевников в проекте «Лествица» нырнули следом за святым Иоанном в глубины знания о человеке. Книга по проекту «Лествица» делает этот непростой древний труд доступным и близким. 30 глав книги – это 30 ступеней восхождения в небо. Всего 30 ступеней на то, чтобы стать человеком. Война. В связи с обстрелом мы перейдем в храм. И Библия. Нынешняя война – это логичное библейское последствие. Мы продолжаем «Вечер на Спасе». Пришло время рассказать о главных событиях этого дня.
Президент России встретился с военнослужащими, которые совершили боевой подвиг на южно-донецком направлении специальной военной операции. Напомним, что 22 августа в районе поселка Урожайное российские мотострелки отразили атаку превосходящих сил противника. Владимир Путин присвоил Ивану Калашникову звание Героя России. Алексей Ивлев, Вячеслав Тарасов и Виктор Хамаганов награждены орденами мужества. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма. Я понимаю, что тогда, когда идет бой, об этом никто не думает. Думаете наверняка только о том, как в боевом смысле работать, как отражать атаку противника. Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня. После того, как это стало известно, а это именно так и есть, это героизм в прямом смысле этого слова. Тем временем вооруженные силы Украины продолжают попытки совершения теракта на российской территории. В пятницу средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников. Один над Калужской областью и 10 над Курской. Об этом сообщили Минобороны России. Губернаторы этих регионов отчитались, что обошлось без жертв. Однако в Курской области несколько тысяч человек остаются без электричества именно из-за атаки дрона на подстанцию. Крым – это не только теплое море, ласковое солнце и исторические достопримечательности. Полуостров – это важнейший стратегический регион России. О защитниках южных рубежей нашей страны расскажет Александр Егорцев. Сейчас он с нами на прямой связи. Саша, я тебя приветствую. Тебе слово. Добрый вечер, Инна. Да, в среду, позднейшие предприятия, участие общероссийских миссионерских крестов. Вот сейчас мы нашли автобус с крестной области Белоруссии, где в начале октября будет у нас старт нового этапа горизонтального из Бреста во Владивосток. А наша съемочная группа продолжает работу на Крымском. К сожалению, у нас технические неполадки, не очень хорошо слышно Сашу. Давайте посмотрим сначала его материал, а затем постараемся связаться с ним снова. Все, Саш, помогай Господь. Ничего, Бог даже вместе поработали. Проводив из Севастополя участников общероссийского миссионерского крестного хода, их автобус с крестом направится в Белоруссию, берем курс на окраины полуострова. В Крыму сейчас бархатный сезон, погода благодать. Но нас интересуют не курорты, пляжи и туристы, а наши военнослужащие, те, кто стоит на южных рубежах, защищая Крым здесь и сейчас. Потом заценем, поработаем, но работаем без подпога. Как не было? Дальше у меня параллельно. Запомнили? Все, я вложился, локти чуть-чуть расширил. Как вкрутил, как будто поняли, вы видели? Как будто вкрутил, и все, я могу вести прицельное огонь. Ребята проводили комплекс тренировок по формированию прикладных навыков с обращением со стрелковым оружием. Это самая база, это первый кирпичик в вопросе подготовки и роста навыков бойца, соответственно, роста его боеспособности. От этого зависит жизнь? Да, конечно. В первую очередь это все непосредственно влияет на жизнь одного бойца, соответственно, на боеспособность подразделения. Здесь, на крымских рубежах, мы снова в родной стихии – скорости и бездорожья. Но иногда встречаются дороги, по которым только разве что на БТР можно проехать. Здесь в условиях приближенных к боевым, приближенным в буквальном смысле слова,
Многое зависит от качества подготовки военнослужащих. И это не только обращение с оружием, но и умение при необходимости оказать медицинскую помощь себе или товарищу. Первое, что мы делаем, мы жгут накладываем всегда максимально высоко, типовые места. Должен жгут прямо вот сдавливать хорошо ткани, для того, чтобы гарантированно остановить кровотечение. Инструктаж с бойцами проводят опытные профессионалы, за плечами которых немало боевых действий. Здесь все понимают, что эти занятия не формальная обязаловка, а жизненная необходимость. 20-25% военнослужащих погибают из-за того, что просто неправильно или не вовремя оказана первая помощь. Если хотя бы элементарно научиться накладывать жгуты, то это уже многим спасет жизнь. Этот навык, он необходим в том числе и в гражданской жизни. Жена, дети, кто-то палец порезал там что-то, элементарно хотя бы повязку наложить. Кто-то при работе с электроинструментом серьезно травмировался, хотя бы кровь остановить 20-30 минут, продержаться до приезда скорой помощи. Крымский полуостров исторически был и остается важнейшим стратегическим регионом России. И сегодня, несмотря на попытки противника различными способами атаковать Крым, эти южные рубежи надежно защищены. Не раз сообщалось о том, что ВСУ предпринимали попытки высадить десант. Да, попытки были неоднократные, но все диверсионные группы были уничтожены. Берега Крыма находятся под надежной защитой охраны 24/7. Нечего сюда соваться. Мы русские, с нами Бог. Александр Егорцев, Дмитрий Борисов, Сергей Каменский. Телеканал «Спас». Крымский полуостров. Вновь пытаемся связаться с Александром Егорцевым. Саш, мы, к сожалению, почти тебя не слышали, но зато посмотрели твой материал. Что важно добавить? Да, Инна, у нас здесь небольшая буря, поэтому были проблемы со звуком. Мы проехали вчера и сегодня весь Крымский полуостров, побывали на окраинах, посмотрели, как несут боевое дежурство наши защитники южных рубежей России. А в среду на праздник крестовоздвижения мы проводили в Севастополе общероссийский миссионерский крестный ход. И уже связались в данный момент, автобус с крестом уже заехал на территорию Белоруссии, где в начале октября из Бреста будет дан старт новому этапу горизонтальному крестного хода из Бреста во Владивосток. Ну а нам завтра с утра предстоит тоже длинный переезд в другую точку. О дальнейших событиях мы расскажем в следующих эфирах. Инна. Будем ждать твоих материалов. Большое спасибо. Александр Егорцев был на связи с нашей студией, а мы переходим к другим темам. Министерство обороны сообщило о начале осеннего призыва с 1 октября. Он пройдет по старым правилам. Призывники получат повестки в бумажной форме. Электронные уведомления планируют рассылать в регионах, где уже создана вся инфраструктура, но они только продублируют бумажные. Однако штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины будут уже новыми. 30 тысяч рублей вместо 3. В Минобороны пообещали, призывников не направят в зону специальной военной операции, но новой волны мобилизации в планах у военного ведомства тоже нет. В пункты дислокации подразделений вооруженных сил в новых регионах Российской Федерации, Донецкой и Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут. Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. По его словам, официальный Баку уже представил армянской общине свое видение реинтеграции. Под ней власти понимают соблюдение религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав, которые отражены в международных конвенциях, уточнил Алиев. Важно понимать, что до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек. Около 90 тысяч уже переехали в Армению, сообщили в пятницу в правительстве этой страны. Гуманитарная обстановка в Карабахе остается крайне сложной. Российские миротворцы продолжают доставлять продукты и воду тем, кто пока не покинул свои дома.
По 10 приседаний за каждое слово. Таким способом воспитатели одного из детских садов в Латвии систематически наказывали девочку за русскую речь. Вследствие такого публичного насилия ребенок сильно замкнулся, говорится в обращении, которое общественные активисты направили на имя исполнительного директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Этот документ цитируют российские информагентства. Авторы обращения отмечают, что государственные институты Латвии никак не реагируют на произошедшее. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова расценивает случившееся как дискриминацию и путь к нацизму. Она признается, что до глубины души возмущена унижением беззащитного малыша за русские слова и намерена обратиться в ООН за оценкой действий воспитателей. Напомним, что в Латвии русский считается иностранным языком, а недавно принятый закон запустил процесс полного отказа от его использования в образовании в течение 3 лет. В пятницу участники пресс-конференции в Москве представили основные задачи и события Международного молодежного межрелигиозного форума. Его научно-стратегические сессии пройдут почти во всех регионах России. На них соберутся молодые представители основных религиозных конфессий, молодежных общественных организаций и государственной власти. Организаторы поясняют, сегодня нашу страну считают лидером в сфере защиты традиционных ценностей, прав верующих и межрелигиозного диалога. В России живет около 200 этносов. У нас огромный опыт совместного межконфессионального проживания и есть. И в то же время религиозного. Представители всех религий сражаются за страну, за интересы страны, за интересы единого народа. Представители религиозных организаций тоже вместе с нашими военными на линии боевого соприкосновения. Вот такого опыта, когда религии, разные религии существуют вместе в одном государстве, которое каждый, независимо от религиозной принадлежности, считает своим и единственным, такого опыта, пожалуй, нет ни у одной страны, ни на Востоке, ни на Западе. Как достичь межрелигиозной гармонии, сохранить нравственные установки и духовные ценности, научиться строить свое будущее, исходя из собственных национальных и культурных особенностей и интересов? Эти вопросы молодые люди из разных стран мира будут обсуждать на предстоящем форуме. Участники пресс-конференции отметили, именно молодежная аудитория наиболее восприимчива к вечным темам, а интерес к ним в последние годы только растет. Я думаю, что многие согласятся с тем, что мы в последнее время все чаще говорим о дефиците смыслов. Да? Потому что мы понимаем, что чтобы ответить на вопрос «как», надо вначале ответить на вопрос «для чего». И, безусловно, если ретроспективно смотреть на развитие человеческой культуры, да и сегодня, если смотреть на то, каков мир, то прежде всего вопрос «для чего» – это вопрос, на который отвечает человек в религиозном поиске. Интерес к темам, которые являются религиозными темами, да, к религиозным темам, это всегда чрезвычайно высокий, потому что это темы, почему? Потому что, о чем я сказал выше, да, потому что это темы, в которых разрешаются смысложизненные вопросы. А рано или поздно перед каждым человеком они встают, потому что человек, собственно, как мы прекрасно знаем, тем и отличается от других живых существ, что он осознает свою конечность. Из этого вырастает и личность, из этого вырастает исторически и культура. Поэтому более важных вопросов не существует. Председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний прибыл с визитом в Индию, которую просветил светом христианской веры святой апостол Фома. Владыка посетил один из древнейших храмов страны. Он находится в городе Ниранам и посвящен Пресвятой Богородице. Храм возведен на месте одной из 7 церквей, построенных самим апостолом в 1 веке. Здесь же хранится ковчег с частицей мощей ученика Христа. Напомним, что о проповеди Фомы в Индии рассказывали святые Григорий Богослов, Амвросий Медиоланский и Иероним Стридонский. Существует версия, что из Индии апостол направился в Китай. Однако, видя, что его деятельность там не дает плодов, он вернулся назад, оставив Поднебесной нескольких учеников. Сейчас в Индии 25 миллионов. Тест на правду. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, его замысле и о нас самих. И на сайте spastv.ru. Был момент, когда я хотел с жизнью расстаться. 12. Первый на телевидении проект о борьбе с алкогольной зависимостью. И вы сделали свой первый шаг. И
Христос в себе самом исцелил человеческую природу. Ищите на... когда у нас прощения не просят. Любовь. А о чем еще писать-то поэтам? О самом главном. Избранное интервью Владимира Легойды с актерами, учеными, священниками, режиссерами и многими другими. Подробную информацию о книге Парсуна ищите на нашем сайте spastv.ru. Его знает близко почти каждый человек церкви, но найти точные слова, чтобы описать его, сложно. В Библии он и огонь, и свет, и голубь, и сильная буря. Когда большинство русских беженцев покинули остров Тубабау, а храмы разрушило тайфуном. В 2020 году приход перешел в лоно Русской Православной Церкви. Далее к материалам наших коллег из регионов. В столице Бурятии открылось региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф осветил помещение и провел встречу с первыми посетителями, участниками СВО и членами семей военнослужащих. В стенах филиала фонда «Защитники Отечества» митрополита Иосифа встретила руководитель Ольга Павловна Лоцман. Визит начался со знакомства. Светлый, уютный, во всем продуманный до мелочей филиал фонда поддержки участников СВО вот уже более 3 месяцев функционирует в Республике Бурятия. Бойцы и члены их семей будут получать все полагающиеся им меры поддержки. Медицинскую, психологическую и социальную помощь, лекарства, санаторно-курортное лечение, помощь в решении бытовых вопросов. Одной из основных направлений – адаптация людей, прошедших тяжелые условия войны, к мирной жизни. Фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Предприятия сейчас уже те, которые откуда ушли ребята, мы с ними когда разговаривали, говорим, вот вернутся они, вы должны понимать, что кто-то вернется на это рабочее место, а для кого-то нужно рабочее место менять, потому что, возможно, будут физические ограничения, и они не смогут уже на этом месте работать. Тяжелое ранение. Уже там до сих пор лечусь, можно сказать, и состояние так себе. Здесь реально помогают, объясняют все. Парни, приходите сюда, обращайтесь за помощью, вам все объяснят, расскажут, помогут. Ну, спасибо всем. По православной традиции помещение фонда решено было осветить. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении военных священников и благочинных епархий совершил чин освящения здания. Делателям благопоспеши и дела рук исправи, и в совершении силою Пресвятаго Твоего Духа произвести сотвори. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Затем в одной из аудиторий была устроена встреча митрополита и духовенства с участниками СВО, женщинами, потерявшими своих супругов на войне, сотрудниками фонда. Каждый смог обратиться к владыке с вопросами. Самые острые и животрепещущие – как справиться с потерей близкого человека и почему такое тяжкое испытание выпало на долю нашего Отечества, нашего народа. Почему, понятно, никому не нужна большая, сильная, мощная, в том числе и духовно мощная Россия. Она не нужна, поэтому ее нужно как-то вот ослабить. Найти слабые, уязвимые места нашли. А мы должны защищать и свое отечество, и свою землю, и свой народ, и свои святыни. В ходе встречи был определен довольно большой план совместной работы. А это организация встреч участников СВО и их близких со священниками, организация экскурсий по храмам и монастырям для проходящих реабилитацию в фонде, помощь епархиального отдела по утверждению трезвости нуждающимся, привлечение детей из семей участников СВО в епархиальные молодежные клубы, воскресные школы и другое. Кураторами этой работы назначены военные священники. Наталья Шуплицова, пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Керамические изделия Никола Сольбинского монастыря получили статус предметов народного художественного промысла. Такое решение принял экспертный совет Министерства по туризму Ярославской области. Подробности в сюжете наших региональных коллег. Сестрам монастырской мастерской удалось найти свой уникальный стиль. Особенностью изделия является изображение природных элементов – цветов, трав, птиц – на темно-коричневом фоне.
Коллекцию представила старшая творческой группы монахиня Татьяна. Приходит из художественного образования, без художественного образования, и мы всех обучаем. И мы разделяем труд, процесс, для того, чтобы не было авторства, не было как бы руки такой, что вот это я нарисовала, это там мое. То есть мы разделяем, чтобы у нас сохранялся единый стиль, чтобы люди меняются, а керамика оставалась. Для привлечения внимания к наследию национальной культуры, поддержки отечественных традиций и выявления талантливых молодых керамистов в следующем учебном году в колледже «Добрая школа» на Сольбе открывается первый набор по специальности декоративно-прикладное искусство по направлению художественной керамики, чтобы молодежь была вовлечена в творчество, которое имеет будущее. Мне кажется, это очень нежное, очень теплое, светлое христианское послание, потому что я считаю, это настоящее христианское искусство. Мы здесь видим тонкие цитаты к Священному Писанию, и самые известные и прекрасные символы христианского искусства, как павлин, виноградная лоза, гранат и прочее. Если взять один предмет, то можно сразу же примерно представить, что это из такой-то коллекции. То есть это уже вырабатывается, сам рисунок прорабатывается, сам прием. Прием очень интересный. Здесь как раз синтез, который применяется у художников-эмальеров, перегородчатая эмаль и процарапывание. Здесь как раз такой прием сделан через ангоб. Сам цвет и обработка материала очень высокого качества. Народные художественные промыслы – это воплощение традиций и культуры России. И экспертный совет не просто оценивает изделия, но и формирует различные предложения, позволяющие мастерам сделать свою продукцию еще более интересной. Мы раньше знали, что керамика достойна. У нас уже есть образцы, которые нам привозили еще 2-3 года назад. Но мы видим, что растет качество, все эксперты это отметили. И что действительно это замечательная линейка, целая линейка, коллекция, которая представляет из себя разные изделия, но в то же время она полноценная, красивая, качественная. Члены художественно-экспертного совета единодушно приняли все изделия, представленные монастырем. Они отметили, что впервые решение было настолько быстрым и настолько единодушным. Еще раз вас поздравляем. Поздравляем. Теперь изделиям сольбинской керамики присвоен статус народных художественных промыслов. И несомненно, что с Божьей помощью это направление в монастыре будет развиваться и приносить плоды. То, что мы не одиноки во Вселенной, кажется многим людям почти доказанным фактом. А многочисленные контакты с инопланетянами, о которых написано горы литературы на всех языках мира и сняты фильмы, подталкивают некоторых впечатлительных граждан самим заняться уфологией. О том, насколько это безобидное увлечение и стоит ли стремиться встретиться с НЛО, размышляет священник Валерий Духанин в новом выпуске своей авторской рубрики «Вера и магия». Вера или магия, духовная жизнь или оккультизм – что доставит душе человека желанное счастье? Здравствуйте! Среди проявлений оккультизма есть такие, о которых не всякий сразу поймет, что там есть оккультизм. Например, уфология, вера в НЛО, погружение в сферу таинственных свидетельств о как бы неземных явлениях и даже попытки установить контакт якобы с инопланетным разумом. Что же такое уфология? Во-первых, в этой сфере много дезинформации. В США все началось с середины 20 века, потом перешло и к нам, а на рубеже 80-х-90-х годов в газетах стали массово писать, что кто-то что-то видел, летающие тарелки или светящиеся шары, якобы из инопланетных кораблей кто-то высаживался, похищал людей, что НЛО терпело крушение, обломки собирали, изучали в Пентагоне и даже исследовали тела погибших инопланетян. Со временем стали появляться опровержения, выявили много подтасовок, но маховик интереса к НЛО в обществе был уже запущен. Во-вторых, встречались откровенно нездоровые люди, которые выдавали плоды своего воображения за действительность. А газеты, учитывая моду на НЛО, все это раскручивали.
Ряд свидетельских показаний и правда носит странный характер. Например, одна женщина утверждала, что видела НЛО, на котором так и было написано «НЛО». Кто-то видел, что с НЛО сбрасывали недочищенный картофель. Еще видели, что НЛО, спустив на канате якорь, зацепилось за что-то на земле, и один инопланетянин вылез, чтобы этот канат перерезать. Эти истории явно фантастические. Конечно, за НЛО могут принять редко встречающиеся природные, атмосферные и оптические явления, а также продукты технической деятельности. Допустим, так называемые космические медузы, а еще полеты высотных баллонов и много еще чего. Но если все же признать, что люди действительно что-то видели, какие-то загадочные объекты и неких странных сущностей, которые, как правило, не оставляют после себя материальных следов, то как нам к этому относиться? Ответ для христианина очевиден. Спаситель говорил: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо будут ужасные явления и великие знамения с неба». Видения и знамения с неба давались людям с древних времен, и не всегда за этим стояло что-то светлое. История церкви знает множество случаев, когда святым подвижникам являлись падшие духи в виде светящихся фигур, иногда устрашающих, а иногда наоборот, старающихся обольстить и расположить к общению с собой. Крестные знамения и молитва Богу рассеивали дьявольское наваждение. Теперь, когда все с восхищением смотрят в сторону космоса, те же самые существа выдают себя за представителей инопланетной цивилизации. Люди называют их гуманоидами или рептилоидами. Их внешний вид зачастую соответствует виду бесов. Уфологи горят желанием личной встречи с неземным разумом. Ищут контакта с инопланетянами. А поскольку космический корабль из далекого звездного неба не спешит их навещать, зачастую уфологи переходят к мистическим попыткам установить связь с этими как бы неотмирными силами. Некоторые из них утверждают, что НЛО прилетают не из космоса, а как бы из параллельного, астрального мира. Соответственно, такие уфологи ищут экстрасенсорных способностей, совершают магические ритуалы, чтобы выйти в астрал и установить контакт с загадочными обитателями астрала. Вот так уфология из безобидной псевдонауки превращается в оккультную практику медиумов и спиритов. В США даже возникла секта с заманчивым названием «Небесные врата». Адепты секты искали контакты с инопланетянами и верили, что со временем они вознесутся к небесам на борту НЛО. И вот в 1997 году, когда к Земле приблизилась комета, они посчитали, что за кометой летит НЛО. А чтобы инопланетяне успели их подхватить, они не придумали ничего лучше, как совершить массовое самоубийство. 39 человек покончили с собой. Дьявол, он великий мистификатор и игрок человеческими душами. Когда ему нужно, он готов подманить человеком посредством НЛО, но подманивает, чтобы обмануть и погубить. Уфология не принесла ни одного полезного сведения о Вселенной, а многие, погрузившись в эту псевдонауку, серьезно повредились душой. Так что, если в тебе живет страстное желание пожать зеленую руку какому-нибудь рептилоиду созвездия Альфа Центавра, то смотри, как бы твоя душа не застряла в когтистых лапах падшего ангела. Всем желаем здоровья, и да сохранит нас Господь от этих искушений. Всего доброго вам! Тридцатого сентября исполняется 105 лет со дня расправы в Коряжемском монастыре Архангельской области, где большевики в 1918 году убили 4 исповедников монахов святой жизни – Павла Моисеева, Феодосия Соболева, Никодима Щепкова и Серафима Кулакова. Подробнее о подвиге смотрите в нашей постоянной рубрике «Новомученик дня». Тридцатого сентября 1918 года в 2 часа пополудню
Коряжемского Николаевского монастыря на один из пустынных островов, недалеко от берега самого большого притока Северной Двины, речки Вычегда, красноармейцы вывели четверых стариков. Это были архимандрит Феодосий Соболев, иеромонах Никодим Щапков и Серафим Кулаков. Четвертым же был сам настоятель обители, архимандрит Павел Моисеев. Их просто расстреляли здесь же. Имя Иван Яковлевич Моисеев. Год рождения 1849. Место рождения деревня Дресвище Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Происхождение из крестьян. Должность настоятель Коряжемского Николаевского монастыря Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Расстрелян вместе с насельниками Сольвычегодского, Введенского и Коряжемского Николаевского монастырей по обвинению в сопротивлении советской власти. 23 сентября 1918 года, за неделю до расправы, в Сольвычегодскую чрезвычайную комиссию поступил донос некоего неграмотного гражданина. Он утверждал, что на берегу реки Черны в Яринском уезде в лесных избушках охотников и лесопромышленников проживают какие-то богатые люди, по-видимому, буржуи. Октябрь 1917 года внес изменения в жизнь северных монастырей. С некоторого времени в Коряжемском монастыре поселился комендант. Но мы можем предположить, что именно он, отрабатывая свой хлеб, и подговорил неграмотного крестьянина написать донос на администрацию обители, что сомнительные лица в монастыре, что в окрестных избушках проживают буржуи, скрывающиеся от кого-то. О том, как дальше разворачивались события, можно судить по материалам дела, то есть по выписке из журнала ЧК. В нем говорится: по приезде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала администрацию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги и тому подобное. На что администрация своим сопротивлением выразила неподчинение существующей власти. Ну, какое именно сопротивление, не было указано, может быть, его и не было. Причем в деле к администрации монастыря отнесли и бывшего настоятеля соседнего монастыря, который оказался в это время, и купца, который приехал в монастырь и спасался там от горя, потому что у него погибли и жена, и сын. Вот. И они всех отнесли к врагам и всех расстреляли. Злоба карателей была настолько сильна, что дожидаться утверждения постановления от начальства они не стали. С монахами и несчастным купцом расправились неподалеку от обители, на одном из островов Вычегды. Сохранился протокол допроса насельников обители. Любопытно, что в документе не были указаны вопросы, а только ответы монахов. Относительно архимандрита Павла было написано: на все вопросы игумен Павел отвечает отрицательно, говоря, что больше ничего не находится в монастыре. И так обо всех четверых. Очевидно, что у чекистов было только одно желание – ограбить северную обитель. В самом начале богоборческих времен новая власть с духовенством не церемонилась. Священников часто расстреливали за якобы сокрытие церковного имущества. Однако на самом деле бандитов чаще всего не интересовала храмовая утварь. Они искали деньги и украшения, пожертвованные мирянами на церковь. Интерес захватчиков Николо-Коряжемского монастыря был непонятен, ведь обитель была не самой богатой, и это несмотря на ее многовековую историю. Монастырь был основан в 1535 году одним из учеников великого святого Павла Обнорского. Лонгин Коряжемский вместе с Симоном Сойгинским пришли на место, на речку Коряжемку, где основали монастырь. Затем Симон ушел дальше и основал Сойгинский монастырь. Коряжемский же монастырь был очень известен, и даже царь Иоанн Грозный в монастырь посылал грамоты, просил молитв за царицу Анастасию и посылал
богатые дары монастырю. В 1863 году в результате секуляризации земель обитель разорили и закрыли. Новую жизнь монастырь вдохнул будущий святой Русской Православной Церкви Павел Моисеев, которого в 1904 году священноначалие направило на восстановление святыни. Архимандрит Павел, последний настоятель монастыря, много потрудился в обители, об этом есть и епархиальные отчеты ежегодные о том, как монастырь последние годы жил и развивался. Что касается состоятельности монастыря, монастырь был третьего класса, то есть это не очень богатые монастыри. Во время повторного открытия монастыря его настоятель был в самом расцвете сил. Ему было чуть больше 50. Иван Яковлевич Моисеев родился в 1849 году в небогатой крестьянской семье. Грамоте обучался самостоятельно, по псалтире. Решение стать монахом Иван принял в достаточно зрелом возрасте, когда ему исполнилось 30 лет. В 1880 году его определили на послушание в Свято-Троицкий Павлообнорский монастырь на реке Нурма. В том же году инок Павел был рукоположен в Яродьякона, а через 7 лет по поручению епархиального начальства отец Павел уже управлял обителью. Последним местом служения и местом мученической кончины архимандрита Павла Моисеева стал Коряжемский Никольский монастырь. Всех расстрелянных старцев на берегу реки Вычегда, архимандритов Павла Моисеева, Феодосия Соболева и иеромонахов Никодима Щапкова, Серафима Кулакова, архиерейский собор Русской Православной Церкви в 2000 году причислил к лику святых новомучеников и исповедников российских. Далее этим вечером на Спасе. Церковь помогает. Очередной выпуск нашей специальной рубрики о помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям. Оставайтесь с нами. Может ли этот платок быть туринской плащаницей? Как изображение появилось на полотне? Какую роль образ Спаса Нерукотворного сыграл в истории России? Спас Нерукотворный. Так христиане называют образ Иисуса Христа, который появился благодаря чуду. Иконописцам оставалось лишь копировать то, что стало архетипом. Раны, которые напоминают нам раны от гвоздя. Скульптура позволяет нам увидеть, каким был Иисус, когда его перенесли в пещеру. Образ особенный, непостижимый. Все Евангелие в одном изображении. Спас Нерукотворный, неразгаданный образ Христа. Вера. На этом месте почти 700 лет назад будет заложена церковь в честь Пресвятой Троицы. Так начнет свою историю Троица Сергиева Лавра, духовное сердце России. Вызовы. Частичная военная мобилизация. Если для резервистов она и вправду частичная, то для верующих людей наступила мобилизация полная. Человек. Мы находимся на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Именно за его алтарем и похоронен отец Дмитрий Смирнов. История и будущее. Достижения и ошибки. Герои прошлого и современники, которыми мы гордимся. Мы ответственны за будущее нашей страны. Точно так же, как был ответственен Александр Невский и Даниил Галицкий. Разгадать русскую тайну. Как и почему Москва стала центром православной России? Что такое духовная мобилизация? И почему так важно знать историю своего народа? Это «Русский мир». Программа не о политике, а о каждом из нас. Когда надо крестить ребенка? Определенного времени для совершения таинства крещения младенцев церковными правилами не установлено. Православные христиане обычно крестят своих детей в период с 8 по 40 день жизни. Откладывание крещения детей после 40 дня рождения нежелательно. Это свидетельствует об отсутствии веры у родителей, лишающих своего ребенка благодати церковных таинств. Для того, чтобы окрестить ребенка, надо узнать расписание совершения крещения в храме и прийти к назначенному времени. Принести с собой крестик, желательно на ленточке, крестительную рубашку и полотенце. Для младенцев обязательно крестные, которые должны быть крещенными и верующими.
Евангелие говорит, что у каждого человека в мире есть ангел-хранитель. Крещение дает возможность особенно глубокого и серьезного общения человека и ангела, возможность ангелу вести человека ко спасению, оберегать его и наставлять. Человек становится способен к некоему духовному слышанию, духовному разговору со своим небесным покровителем. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям и на нашем Рутюб-канале. Книга «Имя России. Духовная история страны» известного журналиста и телеведущего Бориса Корчевникова уже в продаже. Историю пишут двое – Бог и человек. История – это откровение о Творце, Его замысле и о нас самих. Кто мы и что можно понять про нас, поняв нашу веру? Понять логику Творца, смысл, причины и цель всего, что с нами происходило и происходит, значит понять Россию. Значит назвать имя России. Информация о продаже книги Бориса Корчевникова «Имя России» на сайте spastv.ru. Третий спас – хлебоприпас. Господь приложил полотенце к своему лику. Вот там отпечатался его лик. Это была первая икона Иисуса Христа. Это праздник возношения Богородицы. Я сейчас как раз рисую тот самый сюжет, который я видел во сне. Мамин крестик, медный крестик. Почему царскую семью причислили к лику святых? Крестный ход движется от храма на крови до Ганиной ямы. Как эти люди смогли? Вы смотрите «Вечер на Спасе». Святитель Египта Иоаким жил в 15 веке в правлении турецкого султана Селима I. Христианам в те времена пришлось пережить немало гонений, однако патриарх Иоаким не только сумел сохранить веру на этих землях, но и победил в богословском состязании с мусульманами. Подробнее о житии преподобного в постоянной рубрике Игоря Петровского «Святой дня». Середина XVI века в России характеризуется большим религиозным и государственным подъемом. А на Востоке в это же время наступило время исповедничества. Русские цари регулярно получали просительные письма от восточных патриархов и неоднократно отправляли им финансовую помощь. Мамлюки и османы притесняли христианские общины и монастыри, доведя население до самого отчаянного положения. В таких условиях помощь русских была единственной надеждой православного Востока. В это время Господь благоволил поставить на Александрийский престол святителя Иоакима I, прозванного Славным, память которого мы совершаем сегодня, 30 сентября. Иоаким 8 лет ушел в монастырь святой Екатерины, что на Синае, а в 20 лет принял там монашеский постриг. После смерти очередного Александрийского патриарха он был избран христианами Египта главой Александрийской православной церкви. Однако до конца своего патриаршества святитель Иоаким сохранял связь с Синайской обителью и подолгу даже там жил. Когда в 1559 году монастырь посетил русский посол, всю дорогу его тогда сопровождал именно Иоаким. Российское государство выступало покровителем православного Востока и оказывало значительную денежную помощь своим единоверцам в мусульманском Египте. Даже мать патриарха Иоакима, инокиня Макрина, вот она проживала в то время в России, и святитель часто ходатайствовал царю о помощи для нее. Начиная с Василия III, цари получали от ближневосточных христиан очень много писем с описанием своего бедственного, тяжелого, трагичного положения. При Иоанне Грозном помощь монастырям и храмам Александрийского патриархата достигала поистине огромных размеров. Именно в то время до православной Москвы и дошел рассказ об исповеднических подвигах святителя Иоакима. Они легли в основу так называемого «сказания о чуде, бывшем в Египте». Согласно этому памятнику, Иоаким был приглашен султаном на религиозный диспут. А в ходе этого диспута ему просто-напросто было предложено испить чашу с ядом, посмотрев, чья вера правильная. Перекрестив ее святым крестом, Иоаким испил отравленное зелье и остался жив.
За этот подвиг в своей грамоте царь Иоанн Грозный называл Иоакима «исповедником Божия Величества» и сообщал о посылке патриарху различных предметов на 1000 золотых, а также спрашивал его молитв о царской семье. В ответном письме русскому царю Иоаким приводит пророчество о победе православного царя над агарянским игом и о грядущем восстановлении православия на Востоке. Историки полагают, что вот это самая ранняя фиксация распространенного на Восточном Средиземноморье предания об освобождении русским царем Константинополя. Иоаким прожил почти 100 лет, из которых 78 возглавлял Александрийскую православную церковь. Он умер 30 сентября 1567 года, а в 2003 году память святителя Александрийского Иоакима была внесена в календарь Русской православной церкви. Его же молитвами «Укрепи нас, Боже». Каждый день мы рассказываем о том, как церковь помогает беженцам и жителям пострадавших территорий в зоне вооруженного конфликта. Что удалось сделать за последнюю неделю, узнаем от пресс-секретаря Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василия Рулинского. Здравствуйте, меня зовут Василий Рулинский, и это рубрика «Церковь помогает». Здесь мы говорим о добрых делах людей церкви и о том, как к этим делам можно присоединиться. Недавно волонтеры-строители прислали мне фотографию с необычной подписью «Исторический момент». На крышах Мариуполя встретились волонтеры из Южно-Сахалинска и Калининграда, с разных точек нашей необъятной страны. Их собирает Синодальный отдел по благотворительности, чтобы восстанавливать частные дома тем, кто сам не может этого сделать – пожилым и людям с инвалидностью. Никита из Калининграда увидел листовку о наборе добровольцев в старинном храме во Владимире. Второй раз та же листовка попалась на глаза уже в Петербурге. Решил, надо ехать. Думал, что на 7 дней, но так понравилось, что остался на 2 недели. Я думал, что увижу мрак, но увидел свет, увидел сильных духом людей, рассказывает Никита. Другой волонтер, Марина, родом с Дальнего Востока. На Сахалине оказалась по работе. Ее компания строит угольный конвейер для морского порта. О наборе добровольцев узнала из телеграм-канала «Дела церкви». И оттуда, с Сахалина, прилетела помогать, преодолев 7000 километров. Смеется, гвоздь с правильным наклоном теперь смогут забить многие девушки России. Марине особенно запомнились слезы радости тех людей, в чьих домах волонтеры заменили крышу. На этой неделе святейший патриарх Кирилл встречался с сотрудниками Фонда «Защитники Отечества». Фонд создан для помощи демобилизованным и семьям погибших военных. В присутствии предстоятеля состоялось подписание соглашения между фондом и Синодальным отделом по благотворительности. Что обсуждалось на встрече и как церковь будет развивать свою помощь, узнаем у главного врача церковной больницы святителя Алексея, Алексея Зарова. Алексей Юрьевич, добрый день. Вы участвовали в этой встрече патриарха с председателем фонда «Защитники Отечества». Что вам особенно запомнилось? Ну, встреча с святейшим – это всегда особый момент жизни. И тем более такой длительный обстоятельный разговор. Что касается фонда «Защитники Отечества», то с фондом я был знаком до этой встречи. Я являюсь членом рабочей группы при Минздраве. Это рабочая группа фонда «Защитники Отечества». И вот уже несколько месяцев мы встречаемся под руководством министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко и обсуждаем вопросы, связанные с фондом. Поэтому в деятельность фонда я был погружен заранее. А вот встреча в храме со Спасителем, за столом со Святейшим, конечно, для меня это впечатление. Больница очень много делает для пострадавших, для раненых, вывозит их на лечение в Москву буквально каждую неделю, протезирует. Какие самые такие перспективные направления вы видите своей работы, работы больницы? Да, с самого начала СВО больница активную часть принимает в помощи пострадавшим. Это были... первые мирные жители из Мариуполя, которые эвакуировались через Новоазовск, и мы их встречали в Новоазовской больнице, наши доблестные сестры и братья по уходу. И тут был такой тяжелый пациент,
во всех отношениях, в медицинском плане, и в социальном, и моральном, и психологическом. Если говорить про конкретные случаи, может быть, вам кто-то особенно запомнился из тех, например, кого удалось поставить протез, поставить на ноги, вернуть в мирную жизнь? Да, Василий Васильевич, надо сказать, что у нас есть с лета прошлого года такое направление деятельности, это помощь как раз пострадавшим, которые получили, потеряли конечности, тратили ампутации после менозадных травм чаще всего. И мы в городе Жуковском, в нашем филиале, в Елизаветском филиале, отдали целый этаж под центр протезирования и медицинской адаптации. И этот центр уникальный, потому что он включает в себя стационар, включает в себя мастерскую по протезированию, и есть возможности для медицинской адаптации, для реабилитации, обучения ходьбе и пользования протезом. Центр протезирования, медицинская адаптация сейчас одно из моих любимых мест нашей больницы, потому что когда туда приезжаешь, всегда заряжаешься оптимизмом. И люди, которые получают протезирование, которые учатся ходить, они все какие-то очень сильные, сильный духом, полный оптимизма. Допустим, Сергей, наш пациент, который еще прошлой зимой поступил к нам, сразу запомнился своей улыбкой, спортивной фигурой. Он излучал вот как раз такую радость и оптимизм. Достаточно быстро, без проблем его спротезировали. Он очень хорошо реабилитировался благодаря вот именно своей такой физической подготовке и хорошей работе мастеров по протезированию. Потом был очень трогательный момент, когда мы приехали в Горловку. Надо сказать, что большая часть наших пациентов на протезирование из Донецкой Народной Республики, из этого города Горловка. И была очень трогательная встреча, когда мы вместе с руководителем нашего центра протезирования Кристиной Александровной на Соборной площади города Горловка у нас была намечена встреча с Сергеем, и мы пришли на Соборную площадь, и Сергей ждал Кристину Александровну с цветами, цветы, слезы, обнимание, потом капучино в кафе у Собора и обсуждение наших дальнейших планов. Удивительным образом Сергей до того, как быть мобилизованным, закончил физкультурный институт и является инструктором по ЛФК. То есть может быть принимать участие в реабилитации людей, которые тоже протезируются. Надо сказать, что он уже тогда с нами поделился, что, приехав в Горловку, нескольким ребятам помог обучиться на ходьбе на протезах. И у нас уже тогда были мысли о создании в Горловке центра протезирования и медицинской адаптации, по примеру того, как мы сделали в Елизаветском филиале в городе Жуковском. И сейчас эти планы реализуются. Мы подобрали уже помещение благодаря помощи митрополита Митрофана Горловского, с которым вместе это реализуем. И планируем в этом году уже, я думаю, сделать ремонт и, может быть, к концу года, к началу 2024 года приступить протезирование непосредственно в Горловке. Это очень важно, приблизить эту помощь непосредственно в то место, где таких пациентов много. И еще есть история. Из Горловки приехал к нам также на протезирование боец, а вернулся в Горловку он уже на своей машине, купив в Москве автомобиль, переоборудовав его под ручное управление и на двух ногах. Одна нога – это протез, но тем не менее он ходит. И мало заметно, что у него была ампутация. Он вернулся в свой родной город не только на двух ногах, но еще и на автомобиле. Слава Богу, Алексей Юрьевич. Всех приглашаю вас в Елизаветский филиал, в Жуковский. Если становится грустно и хочется зарядиться хорошей положительной энергией, то приглашаю туда и пообщаться с этими людьми. Спасибо большое за ваши труды, и очень радостно, что дело развивается, и в Горловке скоро появится такой центр протезирования. Спасибо. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. На неделе прихожане Майкопской епархии передали для жителей Донецкой в госпитале муку, соки, овощи и фрукты. Православная служба милосердия на Дону доставила продукты, бытовую химию –
средства гигиены, канцелярские принадлежности, одежду и обувь в наш церковный центр медико-социальной помощи в Мариуполе. Из Луганской епархии передали в поселке при фронтовой зоне 1,5 тонны продуктовых наборов. Казанская епархия привезла крупы, консервы, подсолнечное масло, сладости, а также посуду в церковный штаб помощи беженцам в Белгороде. Из этой помощи в штабе уже сформировали 100 продуктовых наборов. Продолжает оказывать поддержку пострадавшим и украинская церковь. Только в одном Благовещенском храме в Крапивницком с начала года выдали более 30 тысяч благотворительных обедов для беженцев и нуждающихся. Где еще нужна ваша помощь? Если у вас есть возможность пожертвовать деньги, отправляйте смс на номер 3443. Для этого нужно ввести короткое слово «беженцы», поставить пробел и написать сумму. Например, «беженцы пробел 300». По-прежнему нужны волонтеры-строители для восстановления частных домов нуждающихся людей в Мариуполе. Если у вас есть силы, в 10 дней свободного времени записывайтесь по телефону 8 800 70 70 222. Будем продолжать наши молитвы о мире и помогать тем, кому тяжело. Мы вернемся после небольшой паузы, чтобы прочесть Евангелие этого дня. Оставайтесь с нами. Вообще торжественная книга. Это такая оратория. Там много оркестровых тем, как бы, и там очень много голосов и очень много инструментов. Вот, и там хороший режиссер. Что касается сценария, то кому не знать, как не человеку, работающему в кино и на ТВ, что от сценарного плана всегда есть отступление. Всегда есть замедление, ускорение, всегда кто-нибудь фальшиво испортил свою партию, и нужно переигрывать все заново. Поэтому если это сценарий, если это партитура, то не думайте, что все будет исполняться вот прям как по нотам, как бы, что мы держим в руках некий график исполнения событий. Графика в руках у нас нет. У нас нет дорожной карты происходящих событий. Мы имеем таинственную книгу, которая может двигаться вперед и назад, потом опять назад, потом еще больше вперед. И как бы сильно ошибались все те, кто пытались объяснять буквально апокалипсис и находить в нем историческую схему уже произошедшего. Это всегда не так. Там нет про вакцины, там нет про печати, там нет, вернее, про печати есть, там про антихриста, да, страшного суда там нет, там есть суд. Вот, но на самом деле там есть про все. Там есть про то, как человек отвращается от Бога, обращается к Богу, вразумляется казнями, не вразумляется ими. Там, в общем-то, эта книга о человеке. И мы много страшного узнаем о человеке, и много великого. Как, о том, какой он может быть небожитель, живущий на небе, и какой может быть враг, Господень, кусающий себе язык от злости, и все-таки упорно не хотящий покориться сидящему на престоле. То есть это откровение в том числе о человечестве и о человеке. Апокалипсис. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все, и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш мичман, незабвенный криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Мы, Михаил и Екатерина Башкатовы.
Мы отправляемся в путешествие по православным святыням Северного Кавказа и Ставрополья. Очень красиво. Это фантастика. Божественно. Здесь христианство было и остается неотъемлемой частью духовного и культурного наследия. Это первый храм, который казаки построили на территории современной Карачаево-Черкесии. Мы откроем для себя множество жемчужин этих древних земель. Это южная стена города, а северная стена вот от той горы до реки. Мы заберемся в горы к уединенным храмам. Это чудо, конечно, это какое-то невероятное. Ну, вообще невозможно оторваться. Вперед к святыням России. Святыни России с Михаилом и Екатериной Башкатовыми. Священники-добровольцы отправляются на разные участки фронта, чтобы поддержать военнослужащих. Приходилось молиться во время боя? Да. Я туда молился, потому что довольно-таки жутковато. Я считаю, что это твое второе рождение. Ты рождаешься обновленным для жизни с Богом. Этот крестик, братец, был на Афоне, в Иерусалиме, на гробе Господне. Что там тебя хранит? Останавливается бабушка. Говорит, сынок, вот. Это вечер на Спасе. Провожаем этот день вместе с вами. Пришло время прочесть Евангелие дня. Андрей, прочтите, пожалуйста, для нас сегодняшний отрывок. Евангелие от Иоанна, глава 8. «И опять сказал им Иисус, я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя? Что говорит? Куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен. И что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорит им об Отце. И так Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Андрей, мне кажется, что вот этот отрывок удивительным образом перекликается с нашим разговором сегодня ранее о старце Зосиме, о его пророчествах. Потому что Господь тоже говорил, и ему не верили или до конца не понимали, о чем он. Вот как нам сегодня на самом деле не потерять эту истину, даже когда кажется, что это действительно невозможно, но все равно чувствовать сердцем Бога и его волю? В сегодняшней Евангелии как раз об этом Господь как бы обличает иудеев, о том, ведь они и ждали как его, как вождя народного, который даст снова иудейскому царству ту славу, какую имел римское владычество, которое владело тогда иудейским царством. Мы знаем это лжеучение фарисейско-иудейское. А Господь пришел ради спасения всего мира, чтобы мы через него познали истину, познали Христа и познали его истинное учение. Он и обличает в Евангелии их, говоря о том, что познайте, что я сущий, что я не какой-то пророк, не какой-то учитель человеческий, а что я создатель мира. То, что я говорю от Отца Небесного, ибо я имею славу, которую имел от начала мира, когда его создавал. То есть он их обличает в Евангелии, о том, что они должны принять его как Бога и Создателя, но не как какого-то учителя человеческого или как пророка. И что истина он говорит от Отца Небесного, и что он является Богом. Поэтому и мы в эти сегодняшние мы говорили, что и мы должны принимать Христа Спасителя как Создателя нашего мира, как истину. Что никакого извращенного не должно быть у нас понимания о Христе, о церкви нашей. О той же мы молитве говорили сегодня, о том, что никакого не должно быть извращенного понимания о молитве. То есть мы должны следовать так, как пишет Священное Писание.
от Ветхого Завета до Новозаветного Писания, потому что это все единое целое. Мы должны этому научаться, этому быть послушны, это принимать, а все остальное отсеивать. Потому что он говорит, вы умрете в грехе, потому что раз вы меня не принимаете, вы умрете в грехе. То же самое и мы, люди, когда мы отрицаем истину Христову, мы помимо того, что от греха не очищаемся и не учимся новой, и не питаем себя благодатью, а мы еще больше в грехе укореняемся, и помимо того, как эти иудеи и фарисеи вели народ в погибель, мы еще и ближних тем самым примером такому дурному, греховному научаем, и помимо идем и их. Очень спасибо за такую замечательную трактовку сегодняшнюю. Просим вас молиться вместе с нами. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, сего брани хотящие, ополчавшиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ Ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадам Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточение сердец ризу Твою, еже есть церковь живого Бога, и зламыслы их не спровергни, благодатью Твою власти придержащая ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и все защитники Отечества нашего, в заповедях Твоих утверди, крепость духа им снеспасли, от смерти и ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчущие напитай, недугущие страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия, убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да едиными усты и единым сердцем. Исповемся Тебе единому Боге в Троице славимому. Ты бы есть заступление, победа и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасибо большое, отец Андрей. Спасибо, друзья, огромное. Большое спасибо, что были с нами сегодня и всю неделю. Прощаемся до следующего понедельника. Крепкого здоровья, хороших выходных. Помощи Божьей.